хорошо. Завтра где-то часик в 5, наверное, я заскочу. Женщина, возьмите себя в руки. Девушка, лучше молчите, до вас еще дело дойдет. Ну что, не хочешь познакомиться со своей избранницей? Не-не-не-не. Чего? Представляешь, как будто разучился. А ты в кого влюбилась? Да прекратите. Девушка, я еще раз вас прошу, лучше молчите. Да, сестра, за идиотку меня держишь. Лик, ну правда, это сестра моя, троюродная. Лик, ну чего ты заводишься по пустякам? Я чего завожусь? Я целый день до тебя дозвониться не могу. У меня мобильник сел. Ах, у тебя мобильник сел. Выкини свой мобильник к чертовой матери вместе с моим номером телефона. Лик, ну подожди, ну куда ты? Твой шанс. А? Твой шанс. А-а-а. И запомни, здесь ты зверь. Девушка! Девушка, простите. Вы... Что вам... Вы, кажется, обронили. Я хотел вернуть. Пожалуйста. Спасибо. М? Какой вы... Меня Лика зовут. Очень приятно, Женя. Женя, вы не пройдете со мной по городу? У меня немножко голова закружилась. Конечно. С удовольствием. Спасибо. Правда, понимаешь? Правда, 300. И они прям вот в этой маленькой щелочке держали весь этот миллион воинов. Вот. Как-то так. Ну, видимо, до завтра. А мы пришли? Да. Ну, ты же мне обязательно завтра позвонишь и назначишь свидание. А я не смогу отказаться. Потому что я хочу дослушать историю про этого... Фабио Марцелло. Максима. И Клавдия. Как они победили Каннибала. Каннибала, а в остальном все правильно запомнил. Молодец. А... До завтра. А... Как вы себя чувствуете? Да ничего. Ну, всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Мадам, вы метрия де апиен? А, у мадам нет настроения для галантных речей. Пуркуа? Почему? Из-за вашего французского. Вообще-то я преподаю французский в университете. Не обижайтесь, у вас отличный французский. Просто у меня был опыт общения с творческой интеллигенцией. Один из ее представителей даже был моим мужем. Мне хватило. Аривуар, месье. Что, отшила? Еще бы она такая. Соперниками будем? Я? Не, я женат. Да, и у тебя ничего не выйдет. Откуда знаешь? Да уж знаю. Одна дочку воспитывает, каждую копейку считает. На днях пришла вся в слезах. Соседка ее съехала, которая с Настеной с ее за небольшую денежку сидела. Придется срочно нянечку искать за недорого. А ты тут со своим французским. Да ей мужик нужен. Нормальный, рукастый, чтоб жизнь немножко понимал. Ты что, еще в спячке? 8 утра, пора вставать. Давай без меня сегодня, ладно? Не понял.
Ты что, не хочешь встать и прожить этот чудный день? Пожалуйста, Дим, я могу хотя бы раз в жизни не хотеть прожить этот день. Могу вообще не хотеть никуда идти. Пончик, ну что случилось? Дима, я Пончиком была 10 лет назад. Ну, для меня ты всегда будешь Пончиком. Похоже, не только для тебя. Ну что? Хорошо. Здравствуй, новый день. Вот. Чтоб тебе провалиться. О, Женькин двойник. Ты ему так его и не подарила? Хеллоу, Жека, ты крутой парень. Надо еще сережку повесить. И все куколки твои. Дай. Передаю в надежные руки. О тебе позаботиться. Сварю кофе. О тебе позаботиться. Все, хватит. Пора жить реальной жизнью. Понимаешь, я с ней себя вот прям победителем чувствую. Вот такое ощущение, мне сейчас скажут там, переплыви море, а я, пожалуйста. Или там на Эльбрус поднимись без страховки, а я вот сейчас. А самое интересное, что она у меня красивая, а вместе с тем добрая и умная. Вот такие бывают. А мне попалась умная, красивая и строгая. И знаешь что? Это фантастика. Ой, ты бабник, а вот у меня все серьезно. У нее глаза, знаешь, такие... Такие как... Блюдца? Ты, какие блюдца? Они как небо, как океан, они глубокие. Глубокие, понимаешь, в них прям вот иди-ка можно... сюда. Ты иди-ка сюда. Дмитрий Сергеевич, вот что я вам хотела сказать. Глянь. Мне нравится, как вы работаете. Я очень рада, что у нас в коллективе... Я же тебе говорил, что ты бабник. Ой. Утром увидел, глазом не поверил. Вот что значит, тетка сходила в салон красоты. Ты зачем меня заставил на нее смотреть? Я ж теперь... Мне конец. Слушай, если твой подарок Казанова работает на все возраста, то магию можно использовать на пользу профессии. А Ефимова — это же жар-птица. Одно ее перо, и ты завкафедры. Все, я ушел. У меня-то Сергей нет. Так это ты... Выпейте чашечку кофе с начальством, Евгений Александрович. Я уже? Вы сегодня прекрасно выглядите. А, да, вы тоже. Спасибо. И Дима тоже хорошо выглядит. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я Марта, я вам звонила. А, по поводу кукол, да. Да-да-да. Давайте, что у вас? Ну... Давайте поскорей. Только я еще с ценами не определилась. Но красота. Спасибо. Ну, в общем, у вас два варианта. Либо вы ставите их по собственной цене, либо я их у вас выкупаю. Я не знаю, я этим никогда не занималась. Ну, ничего, разберемся. Что еще у вас? Сейчас. Где-то... Здравствуйте. 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 Варь, ну ты же видишь, здесь нет ничего интересного. Ой. Пойдем лучше в детский бутик. Ну, папа, хватит уже указывать. Какая девочка. Ой, понравилась куколка? А у него голова откручивается? В каком смысле? Варечка, ну, зачем тебе его голова? Для Никиты. Ой. У меня есть такая кукла Никита. Варенька, у твоего Никиты есть голова. Пап, ну ты совсем ничего не помнишь. Наша собака нашему Никите откусила голову. Так у него голова откручивается! Да. Нет. Девочка, эта кукла не продается. Подумайте, они готовы заплатить сразу. Да, она хочет открутить ему голову. Какая разница? Купи, купи.
Папа, мне это девушка, плохо, очень принципе... Я вас прошу, назовите цену. Ну вы же видите, в каком она состоянии. Папа, подумайте, пожалуйста, подумайте. Купи. Извините, я, пожалуй, пойду. Так, идите пойду. Уже. Спасибо. Ну что, привет? Как дела? Как насчет кино сегодня? А что, у тебя никаких дел, Дорофеев? Вчера Маш. Были, позавчера были, а сегодня никаких нет, да? Маш, ну не дуйся, не обижайся. У меня просто тетка из Нижнего Тагила приехала. Нужно было ее по городу поводить, сама понимаешь. На что, мир? Знаешь, за что я тебя люблю, Дорофеев? За что? Никогда не поймешь, правду ты говоришь или врешь. Ну что, в кино на задний ряд? Угу. Сейчас я расписание гляну. Так. Какие у нас тут? Даш! А? Дай телефон потискать. Ну на, потискай. Пора мне к нему привыкать. Слушай, если будешь хорошо учиться, лет через 5 можешь купить себе такой же. Не знаю, не знаю, срок поджимает. Да фиг тебе, у меня времени еще вот столько, понял? Эй, мальчики, чего вы там шепчетесь? Да, ну, да так. Слушай, Маш, когда у нас практика начинается? 7-го. А, 7-го. А Ирка Беляева в деревню собирается проходить, прикиньте. Так, ладно, поигрался, давай сюда. Маш, слушай, я погорячился насчет кино. Я совсем забыл, я же сегодня на тренировке должен быть. Не получится. Ну, прости, только не обижайся, Маш. Маш. Да. Может быть, отдашь трубку и забудем? Да иди, ты понял? Вообще, я не понимаю, как так можно воспитывать ребенка? Хотя что, мне легко говорить, еще непонятно, какой из меня бы воспитатель получился. Ну да. А ты попробуй. Вдруг воспитывать детей – это твое призвание? У меня как раз есть знакомые, которые ищут няню. Эй, подожди. Чего? Вот эта ситуация, которая произошла вчера, ну, с велосипедом. Ну? Неудобно получилось, и я хотел… Это ты вроде как извиняешься? Ну да. А что, не очень получается? Ну, если честно, не очень. Да? Можно тебя проводить? Зачем? То есть как? Хочу тебя проводить? Ну, я поняла, что не маслом написать, а зачем? Ты говори сразу, что нужно, ну, там, реферат написать или контрольную по английскому. А при чем тут реферат? При чем тут английский? Я, между прочим, и сам неплохо учусь. Почему ты такая высокомерная? Кто, я? Да, ты. Ты высокомерна. Ты так общаешься с людьми, как будто ты королева, а мы твои подданные. Простите, пожалуйста, ваше величество, что я посмел топтать пыль под вашими колесами. Да. Думаешь, звонить мне или нет? А ты... Как? Балда, мы же с тобой здесь познакомились. И потом, ты мне сказал, что ты часто здесь бываешь, потому что работаешь рядом. Я ждала твоего звонка. Ты мне не звонил. Я устала ждать. Вот и все. Я хотела тебя увидеть. Ты хотела меня... Меня никто еще никогда не хотел. Ты... Извини, сейчас. Я... Да. Я же сказала, что я никуда сегодня не поеду. Да плевать мне на эту презентацию. Вероника, у меня может быть выходной? Спасибо большое. Спасибо. Слушай, давай я тебе перезвоню. До свидания. Всего хорошего. Ты что, решил от меня сбежать? Нет. Нет. Я тут
потерял сережку свою, и вот сижу, ищу. Иди сюда. О. Давай так. Денежка. Когда ты решишь меня бросить, то ты придумаешь способ немножечко пооригинальнее, ладно? Ты что, я бы тебя никогда не бросил. Ладно, чем мы займемся? В историческом музее сейчас потрясающая экспозиция, посвященная Великой Французской революции. Я бы... Прекрасно. Сходим. Через лет 20. А сейчас мы идем развлекаться. Идти можешь? Посидеть бы где. Дальше по программе у нас лодочки. Так, значит, ты говоришь, светская жизнь. Ну да. Куда сходить, где потусить? Ой. Кто с кем встречается? Вот ты знаешь, а я знаю. Это моя работа. Ужас какой. Почему? Люди во все времена требовали хлеба и зрелищ. А я рассказываю о зрелище. А ты? Я? Что я? Ну, расскажи о себе. Ты был женат? О, у тебя трое детей, и ты отдаешь половину зарплаты на алименты. Да что уж, нет. У меня на личном фронте пустыня. А, ну тогда за тех дур, которые оставили тебя мне. Ух ты! Вот это платье! Такое интересное, такое красочное. Первый раз такое вижу. Ты модельер? Нет, я еще маленькая. А мама говорит, что когда я вырасту, стану модельером. Угу. Здорово. 100%. А я кукол делаю. Меня, кстати, Марта зовут. А тебя как? Настя. Привет, Настя. А вы правда делаете кукол? Да, правда. Только вот у меня как раз с платьями совсем беда. Вообще не получается. А какие у вас куклы? Ой, всякие разные. Я могу нарисовать? Ага. Кажется, пришли, да? Ну, я, наверное, должна тебя пригласить на чашечку кофе. А я не откажусь. Привет. Вадим. Мне кажется, что мы с тобой все выяснили. Лик, взгляни, пожалуйста. Вот это я. Вот это Марина, которую ты видела. Угу. Нам здесь по 13 лет. Угу. Вот это ее мама, Антонина Михайловна. Угу. Моя тетя. Да, Вадим, я тебе верю. Но дело-то не в этом. Просто, ты понимаешь, я полюбила другого человека. Здравствуйте, Женя. Кого? Вот этого, что ли? Лик, это шутка? Нет. Слышь ты, как тебя? Пойдем-ка, поговорим с глазу на глаз. Угу. Никуда он не пойдет. Нет, как это не пойду? Конечно, пойду, ведь нужно закрыть этот вопрос раз и навсегда. Но... Я сейчас. Так. Вот. А для этой куклы смогла бы придумать платье? Ну, попробую. А с карманами без карманов. Ну как, тебе виднее. Ты же модельер, давай. Сделаем с накладными карманами. Угу. Ну все, солнышко, я освободилась. Мам, а я придумала платье для куклы. Можно? Красиво. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ваша пицца, пожалуйста. А у вас очень талантливая девочка. Очень. Спасибо. Мам, а можно Марта будет моей няней? Я буду придумывать платье для ее кукол. Настя. А вы ищете няню? Вообще-то да. Только это оказалось совсем непростой задачей. Слушай, старик,
Мы в пятницу с Ликой еще друг без друга жить не могли. Она говорила, что разлюбила. Такое может быть, такое бывает. Бывает? Что она в тебе вообще нашла? Ты кто такой по жизни? А, я... Я никто, я историк. Историк? Бред какой-то. Меня променять на историка. Невероятно. Да, какие-то проблемы у кого-то? Нет, 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 все в порядке. У меня нет, а у вас? Вадим, тебе лучше уйти. Лик, тебе когда вот это вот надоест, ищи меня в клубе, в бункере. Послушайте. Понятно? Подождите. Вы не понимаете. Лик. Спасибо вам, ребят. Да, нет проблем, пожалуйста. Это вы, если что, обращайтесь. Без проблем. Не передал, как ты тот самый фон. Лика, послушай. Послушай. Это неправильно. Мы должны... Я понимаю. Я просто переживаю. Может, мы уже пойдем ко мне? Ну, да-да. Парни, что надо? Дело есть. Кино? Нет. Парк? Нет. Музей? Я объяснила. Я занята. Нет. Оль, можно тебя на минуточку? Да, конечно. Ну что, домой? Да, поехали. Можно чашечку кофе? Конечно. Так. Ну вот, сломалась. Это ерунда. Чинится за 5 минут. Доверьтесь специалисту. То есть парень, цитирующий Бодлера на французском, разбирается в профессиональных кофемашинах? Я еще на скрипке могу. Как вам пройти? О! Пробуйте. Вот. Ну, я... Может быть, я заслужил свидание? Послушайте, а раз вы такой рукастый, может быть, почините мне при случае дома парочку девайсов? Не вопрос. Я позвоню. Котик. А? А ты уверен, что я им понравлюсь? Ну, конечно. Ты что, ты не можешь не понравиться. Здравствуйте. А Женя сказал, что у вас здесь вечеринка. А? Простите, а когда у вас вечеринка? А что такое, тебе не интересно? Ну, может, чаю? Я ей помогу? Да, конечно, да. Ну и давно ты по нему сохнешь? Ты о чем? Вообще-то я светский обозреватель. И замечать любовь — моя работа. Я надеюсь, это не станет проблемой. Ты же понимаешь, что между вами ничего не может быть общего.
Я все поняла, не волнуйся. Вот и чудненько. Стой! Стой! Руки убери. Рюкзак отдай. Отпусти. Давай по-хорошему. А то что? А то будет по-плохому. Ну ладно. Подержи велик. Ха. Давай быстрее. Ах вы! Да отстань ты от них, им и так досталось. Да. Как ты? Все в порядке? Ух. Давай я тебя провожу. Мало ли их тут дружки какие-то. Ты думаешь, они целой бандой собрались, чтобы мой рюкзак украсть с учебниками? Они, конечно, старые, но не раритетные. Никаких возражений, я тебя провожу. Потому что если с тобой что-нибудь случится, я себя не прощу. Ну пойдем, рыцарь. Марта, а что ты такая грустная? Да что-то настроение не очень. Ничего. Смотри, сейчас я вздохну и выдохну. Вот. Теперь все будет хорошо. Пойдем играть. Марта, а у тебя есть жених? Нет. Пока нет. А что? Это потому, что ты не модно одеваешься. Мальчикам нравится, когда на девочках красивое платье. А ты прям знаток. Это все знают. Вот вы где. Привет, мам. А я уже все купила, могу тебя отпустить. Ну да. Спасибо, я уже 100 лет одна не ходила за покупками. Но я рада, что помогла. Ну ладно, увидимся. А ты, может, зайдешь к нам попить чайку? Я в другой раз зайду, лисичка. До свидания. Спасибо. Пока. Мам, а тебе нравится, как она одевается? Обсуждать других людей некрасиво. Я не людей обсуждаю, а одежду. Это не считается. Идем обедать, модельер. Ну вот, и тогда Гай Юлий Цезарь воскликнул. Я знаю эту байку. Почему мы все время говорим только об истории? Так о чем еще с тобой можно? Не о музыке же. Почему? Ну ладно, что ты можешь сказать о диджее Кристофе? Мне последний альбом его не понравился, а вот в прошлом году Country Gents очень круто. Ends of the Earth? Да. А Spirits? Spring in New York. Слушай, я не думал, что ты так круто разбираешься в музыке. Пейнтбол? Только помповые маркеры. Потому что они и надежные. Они реалистичны. Да. Слушай, Ир, подожди. О, Пончик, привет. А мне очень нужна твоя помощь. А Пончик тебе не поможет. Марта, возможно, но надо очень постараться. Нужно сходить в... Я никуда не побегу, Дим, я очень устала. Извини. У меня просто срочный заказ на перевод. Не успеваю. Ладно, Женька, не обижайся. Ты остался без зарплаты. А что, Женька? Да Людка нашу прохлопала ушами. Завтра отдавать анкеты на перевыпуск карты. Ну, в банк уже завтра нести. Она вспоминает об этом только сегодня, после 4-й пары. Женька ушел уже, думал, возьму, отдам. Ну, ладно. Завтра вовремя придет, заполнит перед семинаром. Ну, ладно, хорошо, я схожу. Но в последний раз. Спасибо. Пожалуйста. Ну вот мы и приехали. Здесь я живу. О, ладно, тогда до завтра. И что, и все? Ты меня даже не поцелуешь? А должен? Ну ты приложил столько усилий, нашел этих недотеп, чтобы они на меня напали. То есть ты меня вычислила? А чего ж ты сразу не сказала? Мне было интересно, что будет дальше. А дальше оказался пшик. Пока.
Ой. Привет. Та-дам! А вот и я. Так, слушай, я тут подумала. Спонтанность. Привет. Это же здорово. А что, если нам пожить вместе? Ну, притремся друг к другу. Мне очень хочется к тебе притереться побыстрее. Правда, что ли? А, да-да-да, прости. Прости, я просто, мне еще не верится в то, что мы с тобой. В смысле, я с тобой. Ой, ничего себе. Жить вместе, и у нас все будет общее. Да? Еда в холодильнике. И мы будем ездить с тобой. Везде. Да. Да, на чем мы остановились? Ой, привет, Марта. Да. Зайдешь, может, на чай? А? Кстати, у нас для тебя новость. Мы с Женей решили начать совместную жизнь. Да. Ну, поздравь нас, что ли. Да, я поздравляю вас. Это очень ответственный шаг. Спасибо. Ты заходи, Чу. Тебе Дима передал. Ты ему перезвони, пожалуйста, он тебе все объяснит. Да, конечно, спасибо. Спасибо большое. Может, чаю-то попьешь? Я предпочитаю кофе. Ай! Чтоб тебе, а? Фух! Опять трубу прорвало. Нет, это не квартира. Это черт знает что. Значит, надо вызвать нормального водопроводчика. Да где ж его взять-то, нормального? Хотя... Алло. Дмитрий, здравствуйте. Это Ольга из пиццерии. Вам помочь? Пожалуй. Мне нужно что-нибудь, ну, такое. Эффектное? Точно. Тогда пойдемте со мной. Здравствуйте. Здравствуйте. Дама, вы позвали, и я у ваших ног. А вы водопроводчик, да? Ну, не то чтобы. Дядя Дима мой знакомый. Он нам поможет починить кран. Как тебя зовут? Настя. А я дядя Дима. Сюда. Вот. Ты что, действительно позвала меня чинить кран? А ты что подумал? Сейчас придет няня, она поиграет с Настей во дворе, а мне надо будет отлучиться по делу. Ты не обидишься? Нет, конечно, что ты. Я же кран пришел чинить. А, ты рассчитывал на свидание? Нет. Смеситель меня интересует куда больше, чем красивые девушки. А вот и няня. А. Привет, Марта, проходи. Настя, ты спросила, кто там? А для чего спрашивать, если у нас дома настоящий водопроводчик? Да, конечно, если водопроводчик. Только это совсем ничего страшного. Дима. Марта. Ой, а вы похожи, как брат и сестра. Посмотрите-ка. А может, вы созданы друг для друга? Настя, ну не говори ерунды. Да нет, почему? Действительно, похоже. Бывают же такие совпадения в жизни.
Дима, а ты уверен, что ты справишься? Да, конечно. Я в жизни столько кранов починил, что для меня это не проблема. Мы с кранами на одной ноге. Ну все, котенок, я побежала. Пока. Пока. Пока, мам. Пока, котик. Вот это мне подарили в первый день работы в университете. Женечка, ты прости меня, пожалуйста, но мне кажется, что все это были сборники какие-то. Нет, я просто давно не протирал. Это мы на моем 25-летии. Кстати, у Димки завтра день рождения. Ой. Ты чего? Да нет, ничего. Мне просто показалось, что у тебя в левом ухе сережка. Да ты что? Что? Почему? Тебе бы даже очень подошло. Да? Ну, ты что, я ж педагог солидный. И на кафедре не поймут. А давай я тебе... Я тебе покажу кухню. И чаю заварю. Возьмите плоскогубцы. Еще бы написали, где их взять. Оля, это Дима. Скажи, а где я могу найти плоскогубцы? Ага. Нет, здесь вилки и ложки. Понял. Нет, пока не нашел. Ну, я освободилась. Ой. Ну, как ты все успеваешь одна? Это ж так... Ой, я бы точно не смогла. Хотя у меня брат, он иногда... Ну, как ребенок иногда. Взрослый? Да, завтра на год еще старше будет. Ответственный мужчина – это вообще редкость. Надо будет на форумах почитать. Каждый второй телефон спрашивает. И вот этот вот, который пришел кран чинить, тоже на что-то надеется. Забавный такой. Просто я уже один раз обожглась, не хочется еще раз разочаровываться. Ты знаешь, по-моему, он хороший человек. Попробуй. Думаешь? Ну, конечно, лучше жалеть, но сделать. Я тоже всегда сама себе это говорю. Только почему-то до сих пор не помогала. Ну, как тебе? Класс! У меня самый красивый брат на свете! А мне к твоему образу еще нужно привыкнуть.
Здравствуйте. 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 Проходите. С днем рождения. Ой, спасибо. Потом посмотрю. Родной. С днем рождения. Спасибо. Спасибо. И тут она мне говорит: Дмитрий Сергеевич, Рембо надо бы знать в оригинале. Мне, педагогу по французскому. А ты что? Да. Все. А, ты. Котик, можно тебе на минуточку? Да, конечно. Слушай, у меня история была. Сейчас расскажу. Давай, давай, давай. Что? Котик, мне кое-что нужно. Давай дождемся. Тут такое дело. Понимаешь, через полчаса будет презентация у Снежаны Люблинской. Это очень модный автор. Ну, в общем, неважно. Так, стоп, подожди, мы же договорились праздновать день рождения Димы, как? Там у Снежаны будут все. Даже Бажена. Понимаешь, если я сделаю этот замечательный материальчик, мне обещали новую колонку, если я себя проявлю. Я понимаю, иди, конечно. Что делать? Иди. Котик. А поехали со мной? В смысле? Ты хочешь, чтобы я бросил лучшего друга в его день рождения? Котик, ты как себе это представлю? Там будут одни писатели. Они все считают, что я блондинка из редакции. А если я приеду со своим парнем, истериком? Историком? Мне важно. Ух ты. Ты что, можешь хвастаться? Конечно. Но, пожалуйста, я тебя никогда ни о чем не просила. Все, я вызвала такси. Так, подожди, подожди ты. Ну что, садимся? Да, конечно, сейчас. Давай, хотя бы по голову выпьем. Димка, тут такое дело. Просто у Лики какое-то очень важное мероприятие. Можно мы ненадолго отъедем? А, да, конечно. Ничего страшного, да. Нет, ты подожди. Если что, я готов остаться сейчас. Все хорошо. У меня организовалась толпа коллег. Скучать нам точно не придется. Мясо по-венгерски не пропадет. Ой, все хорошо. Ты прям... Ты лучший друг. С днем рождения. Увидимся. Да. Пойдем. Да еще раз поздравляю. Ага. Хорошего вечера вам. Спасибо. Очень хорошая шампанское. Спасибо. Оставьте. Скучаете? Мы с вами... А можно попросить? Нигде на съемочной площадке не встречались? Про статью сейчас говорю. Точно, не прогадаете, обещаю вам. Вам понравится. А вы знаете, может быть? Да, вполне, вполне. Но режиссеры обожают меня в фильмах снимать в качестве героев, там, любовников. И они совершенно правы. У нас в последнее время проходят пробы, и мы никак не можем найти главного героя. Правда. А куда вы поедете? Ой, да! Здравствуйте. Для того, а можно с вами познакомиться? Вы сегодня так хорошо выглядите. Thank you.